Вот построили нам такую красоту. И вот мы теперь так выезжаем после ливня. И вот в таком состоянии сейчас наш двор. Все ливневочки с нового дома пряменько текут к нам во двор. В общем, надо покупать болотные сапоги. Вот так начали делать ливневку с нашего двора. Лучше мы сделаем в нашем дворе яму. Чем сделаем это по-человечески. Ура! У нас во дворе убирают воду. Новый вид помывки асфальта. Вот так и живем. Вот так. Ребята. Мелиорация. Улица 70 лет, октября 3.